Всем привет, друзья! Разбираю Samsung G3815 Galaxy Express 2. Так выглядит тачскрин. Проклеены. Сейчас попробуем его заменить. 2013 года телефон. Конца 2013 он как-то не попадался он мне в руки. Тач работает. Стандартные винты. Отключаем смартфон. По-моему, уже разбирали водонос. Разбирали его, треснутая рамка. Видите? Зачем разбирали, непонятно. Итак, так, смотрим, где у нас разъем. Разъем у нас, скорее всего, под системной платой, потому что наверху я его не вижу. Снимаем громкоговоритель, отстегиваем, точнее, дисплей. Так, внизу у нас ничего нету. Системная плата. Динамик. С гнездом наушников. Вот разъем находится где? Обычная простая замена. Итак, нагреваем. Нагрели стекло. Аккуратно снимаем дисплей, стараемся не касаться. Нагреваем снизу. Смотрим, что там у нас. Двусторонний скотч. Снимаем с разбитого стекла решетку динамика.
Кнопка Home. Снимаем отработанный скотч. Новый тачскрин у нас проклеен, поэтому дополнительно проклеивать нет смысла. Пыль, всякая хрень. Это возле датчика тоже. Чистили периметр, удаляем. Повторюсь, дисплея не касайтесь, чтобы лишний раз его не вымывать, не чистить. Снимаем пластик со скотча, самого тачскрина, вставляем металлическую составляющую динамика. Укладываем. Динамик. Давайте проверим. Телефон. Печать фирмы китайской, в которой мы закупаем, достаточно хорошего качества, поэтому я смело ставлю тачскрин, не проверяя его заранее. Ну, видите, все работает.
движение кнопки. Все нормально. Очень простая замена. Порядка 10 минут. И все готово. Всем спасибо за внимание, друзья. Удачи в ремонте. Только что мы поменяли тачскрин на модели 2013 года. Samsung Galaxy Express 2 G38 15. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. До новых встреч.